На площадке МФЦ возможно как оформить, так и получить загранпаспорт с электронными носителями информации. Документ выдается на срок в 10 лет. Новой услугой может воспользоваться абсолютно каждый. При этом записаться на прием можно, даже не выходя из дома, с помощью портала госуслуг. Прием осуществляется сотрудниками отделения по организации оформления заграничных паспортов еженедельно по средам с 10 до 16 часов. Накануне то, как продвигается работа по новому направлению, оценил замначальника регионального ОМВД. Андрей Дружинин отметил плюсы современного оборудования, а первые посетительницы нового кабинета получили цветы в преддверии праздника.